Стремительные атаки, скоростной обмен ударами, финты, уклоны. Самый яркий поединок финала, решающий бой в категории до 80 килограммов. Семен Семеняко, спортсмен команды ВДВ «Москва», он в синем шлеме, против рукопашника Омского автобронетанкового инженерного института Романа Лисицына. Оба бойца блеснули резкими и разнообразными ударами в стойке. Семен Семеняко лучше перемещался, ускорился в середине боя, серия классных ударов, два попадания в защитную сетку, победа. Все комбинации были отработаны, натренированы, то есть тренировочный процесс, это мы к этому готовились. То есть все то, что отрабатывали, все прошло. Еще две победы московских бойцов. Алексей Аранзаев выиграл у спортсмена 242-го учебного центра ВДВ Алексея Евдокимова. Дмитрий Калиушко, он в красном шлеме, сумел взять верх над лучшим бойцом команды Центрального военного округа Вячеславом Бабкиным. Вызов москвичам бросил боец Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты Леонид Смирнов. Спортсмен блокировал мидл-кики и вертушки соперника, отлично бил дальние удары с левой руки, провел два борцовских приема на финише боя, выиграл золотую медаль соревнования. Моя тактика строилась в основном то, что я заходил за его переднюю ногу, подключал свою дальнюю руку и использовал свою борцовскую технику. Две победы омских бойцов. Захват ноги соперника, подсечка, завал. Спортсмен 242-го учебного центра Иван Бондарчук отлично стартовал в финальном поединке категории до 65 килограммов. Мощное продолжение. Быстрые уходы, контратаки, резкие серии, хороший удар с разворота, два завала, добивание. Один из моих любимых приемов – это бэкфист, удар с разворота рукой. Когда я попал, он упал, подсел, я видел, что попал, пошатнул. Ну и там уже более уверенность в себе почувствовал и уже все более уверенно начал работать. Омский финал в категории до 60 кило. Курсант автобронетанкового института Игорь Алимов, он в красном шлеме, против бойца 242-го учебного центра Егора Ерохина. Красивый поединок. Акцентированные удары в стойки, проходы в ноги, завалы, перевороты. Игорь Алимов выиграл за счет более разнообразной техники. Две вертушки в корпус, пара бросков передней подсечкой решили исход поединка. Мой коронный удар с детства – это удар ногой с разворота, вертушкой его называют. Все, и увидел, что соперник начал уступать мне скорости, что шел на меня вперед, и на этом ловил его, делал пару шагов назад и пробивал удар. В результате у мячей две золотых, три серебряных и одна бронзовая награда. В командном споре первые – десантники из Москвы. Серебро у рукопашников Академии радиационной, химической и биологической защиты из Костромы. Бронзовые медали завоевали спортсмены 242-го учебного центра ВДВ. Итоги мемориала подвел организатор первого турнира, старший офицер вооруженных сил Геннадий Ягодкин. Появились различные системы тренировок, занятий. Появилась просто сама система армейского рукопашного боя. Если это раньше было хаотично, дома что гораздо, то сейчас это четкая структура, позволяющая подготовить нам спортсмена, бойца высокого уровня. Следующее соревнование у российских рукопашников буквально через несколько дней. С 1 по 3 ноября в Барнауле пройдет турнир имени Героя России Владимира Шаманова. Владимир Истомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7.